Ноль. Мои очки ноль. А, это подарок лепрекона. Мы используем сейчас. Ну давай, может, хватит на строительство цитадели 18 уровня. Так вот, 23. О, тут чтоб до следующего уровня трезубец усилить, надо еще, ой-ой-ой, сколько раз. Ты, игра это, конечно. Наличие 3. Ну вот использовать, что их не использую? Потому что потом... Для усиления элементов дирижабля, ну, да нет, это маловато будет, не хватает предметов. Тут русалочка что-нибудь, может, найдет обсидан. Оно тут. Открывается после главы 1. А это базовый набор. Так, это я уже... Загадки острого черепа. Поспешим прочь отсюда, путешественники. Атланты захватили железного конга. Железный конг? Так зовут эту гориллу. Еще больше людей как раз вовремя умертвие Атлантиды, это говорит. Из вас и этого зверя получится отличное подношение владыке морей. А теперь давайте, отдайте свои души. Будьте прокляты, атланты. Путешественники, присмотрите за железным конгом вместо меня, а я разберусь с ними. Так это интересно. Я это уже, по-моему, проходил. Так. А, это, кстати,
можно неплохо бонусную еще игру сделать. Тихо, повтор. Есть. Так, не знаю, я это такое вроде бы не делал. Да что ж ты? Как же его? Так сильно уж витиевато. Так, поражение. Повтор, повтор. Как же ж тебя достать? Да, тут как-то надо излучиться. Что ж его? Ну-ка. Нет. Никак не пристреляюсь. Весьма-весьма о, есть. Ну, это типа случайность, но вряд ли оно бы получилось, если б я не стрелял, не пристреливался. Так, вот тут на время. А, не на время, а тут. Есть. Так, тут обезьянку надо спасти. Есть ключ. Ура! Ну-ка. Можно купить только один из наборов. Так я покупать не собираюсь. Зачем мне это надо? Так не отдаете. Ну что ж.